Дорогие друзья, всем привет, это новый ролик по Brawl Stars, и сейчас мы поговорим про нового персонажа в игре, это Джин. Но прежде чем мы перейдем, я думаю, вас интересует вопрос, что это такое у меня на голове. А это для вас пишется влог, точнее не влог, это, я даже не знаю, как это назвать, это челлендж что ли, 24 часа моими глазами, то есть как проходит мой день, моими глазами, это я для вас записываю, вы меня просили. Если вы хотите посмотреть этот видос, когда я его выпущу, он будет не на этом канале, а на канале по ссылке в описании, влоги тут. Переходите по ссылке, сразу же подписывайтесь, на днях выйдет этот ролик, и вы увидите, что я наснимал на эту камеру. Однозначно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, дабы не пропустить выход этого ролика. Итак, по поводу нового персонажа, ребята, ну, короче, появится этот персонаж через 4 дня, 20 часов, менее чем через 5 дней. Я этому безумно рад, потому что все вы прекрасно знаете, что я через 16 числа улетаю, и, блин, я боялся пропустить выход этого персонажа, потому что, ну, там бы, куда я улетаю, там плохой интернет, я не поиграл, и, блин, я хочу его выбить на видос, и больше я вам скажу, я хочу его разыграть среди вас. Поэтому смотрите, такая тема: если ты хочешь впервые всех получить этого персонажа совершенно бесплатно, не потратив на это ни копейки, прямо сейчас подпишись на этот канал и нажми на колокольчик, потому что когда он выйдет, если будет спецпредложение, я 100% его разыграю среди вас, будет крутой конкурс на нескольких джинов. Подписывайся обязательно, не пропусти, потому что, ну, у тебя есть возможность получить нового персонажа бесплатно. Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1x Бет и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников, также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин, все это на 1xbet, хэштег на ваших экранах, вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. По поводу характеристик, я снимал уже геймплей на своем канале, я снимал, какие у него характеристики, ульта и прочее, но суперселлы мне дали посрать и сказали, ай-яй-яй, так делать нельзя, и удалили мой видос, кинули мне страйк, вот, и его не сняли, отказались снимать, но я, в принципе, знал, на что шел, я вам говорил, что я рискую ради вас, но в итоге, блин, ролик забанили, ну, ничего страшного, главное, что, возможно, кто-то из вас уже успел посмотреть. Вот, характеристики снова палить не буду, потому что, ну, типа, не знаю, типа, вот, суперселлы за это наказывают. Но единственное, что нам известно, вот, кстати, по поводу редкости, да, сейчас я вам скажу. Ну, ульта, я думаю, вы знаете, у Джина, значит, супер ульта Джина, точнее, ульта Джина, это волшебная рука, которая появляется из лампы и подтаскивает врага к Джину. Вот, но меня мучает вопрос по поводу редкости. То есть, смотрите, нам известно, что этот персонаж будет мифическим персонажем. Но если посмотреть, у каждого персонажа свой фон. Вот, допустим, у Шелли такой бирюзовый фон, да, точнее не у Шелли, а у, давайте сразу обо всех. У легийных персонажей такой бирюзовый фон, у редких персонажей зеленый такой, салатневый. У сверхредких синий, и, кстати, Джин на таком как раз темно-синем каком-то фоне, и все подумали, что он будет сверхредким. Вот, эпики на таком вот фиолетовом фоне. А вот мифики на красном. Леги на желтом. Мифики на красном. Ну, он ни хрена не на красном. Вот этот вопрос меня до сих пор мучает. Почему именно так? Почему он не на красном фоне? Вот, но он 100% будет мифическим. Об этом есть статья. Или как это? Пост, что... Значит, скоро в Brawl Stars появится новый мифический боец. Это официальная информация. Джин. Джин универсальный боец поддержки, который достает врагов с любого расстояния. Вот, это все, что про Джина нам известно. Ну, опять же, все характеристики, урон и прочее были в одном из роликов. Кто успел его там, может, скачать, не знаю. Можете перезалить, если хотите. Но я палить снова не буду его статистику. Короче, я бы хотел узнать ваше мнение, для чего я пилю этот ролик. Во-первых, предупредить вас, что будет конкурс. Скоро вы его получите совершенно бесплатно от меня. Ну и, во-вторых, хотел бы услышать ваше мнение. Порассуждайте, пожалуйста, почему он, во-первых, на синем фоне. Как вы думаете, зайдет вам этот персонаж, не зайдет? Вот, ну и в целом ваше мнение. Потому что, ну, в пабликах других я чекал комменты. Я хочу почекать комменты своей аудитории. Посмотрю на ваши отзывы и ваше мнение про этого персонажа. Итак, значит, ждем. 15 числа будет этот персонаж, скорее всего, в 11:00. Я однозначно задоначу гемов, если он не будет в спецпаке. Я сделаю крутое открытие. Я постараюсь выбить его в числе из первых, затестить геймплей, показать вам его, Ну и когда он появится у вас на аккаунтах, я запущу конкурс 100%. Я вам его задоначу. Но для этого нужно быть подписанным и не пропускать мои ролики. Нажимайте на колокольчик. Вот так вот, ждем, ребята. Ну, это логично, что он будет мифическим, потому что если посмотреть на количество бойцов,
считая легийных, да, если вот откинуть легийных персонажей, то у нас, смотрите, 3 редких бойца, 3 сверхредких бойца, 2 мистических, 3 эпических и 3 леги. То есть реально всех по 3, кроме мификов. Поэтому логично, что он будет мификом, но только почему он на синем фоне, это для меня загадка. Ладно. Напишите, опять же, если кто-то знает, почему, потому что я не знаю, почему. Я знаю, что он будет мифический, но, блин, есть предположение, что это будет новый вид редкости. Но это предположение сразу не обосновано, потому что, ну, блин, Суперселлы написали, он будет мифический боец. Ну, тогда почему на синем фоне? Может, это будет сверхмифический? Напишите. Напишите, я ничего не утверждаю, я лишь спрашиваю у вас и предполагаю, свои предположения выдвигаю. Вот, поэтому не бомбите там, если вдруг вы знаете, а я не знал. Ну что, поехали теперь пару каточек. Смотрите, я хотел про твинка еще вам рассказать, друзья. В скором времени я, короче, основу буду отодвигать на второй план. А все потому, что основа у меня уже почти фул и, короче... Надо двигаться дальше. Вот основа у меня уже почти все на 10 уровне. Почти все персонажи на 500 скоро будут. Ну не все, но много уже персонажей на 500 кубков. Поэтому я хочу как-то вот по новой все пройти. Только пройти вместе с вами. Потому что некоторых персов и некоторые кубки, вот по-моему 3к кубков или 4к кубков, я апнул еще до релиза. То есть вы понимаете, какой скачок произошел. Вот, и хочу это пройти по новой. Но, когда я перейду на твинка, буду активно стримить твинка, я еще параллельно создам новый проект. И, скорее всего, он будет без доната. Вот, и вы меня просили об этом, это будет интересно. Как я буду развиваться, как я буду долго выбивать разных бойцов. Вот, и также я буду делать розыгрыш этих проектов. Как я прокачаю полностью аккаунт, когда я апну кубки, я буду эти аккаунты дарить вам совершенно бесплатно. Поэтому подписывайтесь и следите за каналом однозначно. Так, ребятушечки-ребяточки, ну что у нас, осталось 5 бойцов, только не Леон, пожалуйста, только не Леон. Все, хилимся, понял. Сейчас уже будет у меня ульта. Ульта у меня сейчас будет уже. А где Леон? Он в стелсе, нет? А нет, он не в стелсе, слава богу. Так, проверяем туточки, никого у нас. Туточки никого, кстати, ну не обращайте внимания на камеру. Я понимаю, может она вас отвлекает необычно, но это я для вас записываю вложек. Поэтому подписочка на влог канал, лайв канал. Ссылка в описании, вот. Можете почекать какие-то влоги, которые уже записаны, если вам, конечно, интересно. Я там и рум-тур делал, и все, вот. Так, ну я думаю, Динамайка можно убить, да, типа вообще прям полностью на нах. Еп, и что у нас там получается? Булл остался, ну я Булла выиграю, что мне? Что мне это стоит? Ничего абсолютно. Табул можешь даже не мансить, у тебя шансов просто нету. Ну ты что ты мне сделаешь, ну? Иди сразу в дым, правильно, иди в дым. Но он ничего мне не сделает. Это вообще без смысла. Оп, оп, не, ну шанс, конечно, у него есть. Красиво было в конце. А вот, еще что я хотел по поводу Джина сказать. Про скины пока ничего неизвестно. Новые скины, кстати, через 4 дня будет новый скин Поко. Опять же, скорее всего, разыграю среди вас. Вот, Поко и Рика, кстати. Новые... А нет, фу-фу-фу, Рика уже был, лол. Это я прочитал, короче, в целом информацию. Новые скины для Була, Поко и Рика. Ну, Булл уже есть, Рика уже есть, остался Поко. На Поко реально ни одного скина еще нету. Если на БК уже были скины, то на Поко это будет первый скин, и это будет достаточно круто. Он будет вообще там такой секси парень, джентльмен, короче. Но если хотите, опять же, тоже скины бесплатно, подписывайтесь. Я буду все разыгрывать среди вас. Я уже... у меня 3 конкурса вот за последнюю неделю было. Один уже разыграли вчера скины. Осталось сделать розыгрыш, который совместно ролик с Аурумом был. Фуловый аккаунт осталось разыграть. Ну и, собственно, все. Конкурсы закончились, которые я вот проводил. Осталось теперь ждать новых. Так что подписывайтесь, участвуйте. Так. Ну что, 6 бойцов у нас осталось. Так, кольта надо сейчас замочкарить. Тихо-тихо, кольт... Ой, меня метеоритом накрыло, лол. Меня не кольт убил, меня убил метеорит. Жесть. Давайте так, топ-1 сейчас беру. Помните челлендж на лайк-дизлайк? Давайте сейчас попробую взять топ-1, а вы мне поставите лайк. Если я возьму меньше, чем топ-3, вы мне поставите, боюсь, дизлайк. Вот так вот. Давайте попробуем такой вот челлендж снова. Мне нравится такие вызовы делать, это прикольно, это очень азартно. О, смотрите, там минус уже кольт. Все, минус один персонаж. Уже проще. Так, поехали. Так, одна баночка у меня уже есть.
Так. Так. Подходим поближе. Чух. Вообще на Мортиса лучше не лезть. Потому что Мортис может убить воробушка. Оп. Но меня он не убьет. Потому что он лопух какой-то. Так, хорошо, у меня уже 4 баночки сейчас будет. А может, я еще этого замочу? Да, я еще этого могу замочить. Ты чё? Ты чё, курица? Ты куда пошел? Блин. А кто забрал? А, кристаллик там есть. Сейчас пойду заберу. Так. Ну, получается, еще 5 бойцов. У меня уже 4 баночки. Хорошо. Сейчас буду копить ульту. Так, проверяем кусты. Близко не буду подходить, потому что я не хочу дизлайк получать. Я хочу лайки. О. Уже топ-3. Так, ну надо топ-1. Мы договорились топ-1, чтобы лайк получить. Договор дороже денег, поэтому апаю топ-1. Так. Ой, пожалуйста, чуть не напросился, страшно, признаюсь честно, страшно. Оп, ну все, лайкосик, с вас лайкосик обязательно. В общем, друзья, ждем нового джина, нового персонажа, надеюсь, что он оправдает ожидания, и, конечно же, впишется в наш список топовых персов, потому что, ну, все, что выше редкого. Да вообще, в целом, мне все персы нравятся по-своему, каждый перс по-своему. Вот просто, если сравнивать с роялем, если вы играли в рояль, в последнее время новых персонажей, новые карты, которые добавляли, они не оправдали хайп свой. То есть, допустим, тот же гоблин с копейщиками, кто там еще, блин, я уже и забыл, честно, забыл новых персов, которые были. Ну, я просто помню, что новые персы, которые добавляли, они как-то не очень зашли. А вот в Brawl Stars, допустим, да, добавили Леона, все охерели, блин. Надеюсь, Джин тоже вот так вот шокирует. Я, конечно, не хочу, чтобы он был имбалансным, но я хотел, чтобы он был, конечно же, ну, оправдан у него был хайп какой-то, да. Все, подписывайтесь, ждем нового персонажа. Опять же, если хотите розыгрыш, ставьте лайк. Пишите в комментариях свое мнение по поводу редкости. Ну и скоро увидимся. До новых встреч, всем пока. И не забудьте подписаться на лайв-канал, чтобы посмотреть этот видос, который я сейчас для вас записываю. Пока.